Здравствуйте, дорогие подписчики, дорогие друзья. Я в деревне Непряхино. Судя по ее названию, здесь никогда не пряли. Здесь вот решил с телочками немножко потусоваться. Привет, телочки. Фу ты, блин. Не дотормозил. Вот такая экзотика пока еще есть в уральских деревнях. Смотрите, любуйтесь. Интересно, что это у него за спасательный круг на шее. Как пел Тальков, спасательный круг. На тебя одна надежда, мой друг. Вот. Да и вы не бойтесь, леди. Я просто вас немножечко это из фоторужья пощелкаю. Ну, в общем, да, всегда проезжаю через эту деревню. Она мне очень нравится. Еду на озеро отдыхать на выходные. Точнее, то, что от них осталось. Я решил просто озвучить небольшое предложение. Наверное, будем поступать следующим образом. Стримы с Чернышом будем записывать отдельно. Стримы по зоозащитной тематике вообще, против насилия над животными. Мы будем там против цирка и так далее. Записывать тоже отдельно от Черныша, потому что, во-первых, не хотелось бы впутывать сюда Черныша и делать его каким-то орудием пропаганды или атрибутом. Но, с другой стороны, еще не хотелось бы его пока демонстрировать. Он еще не поправился, мы сейчас боремся. Вы спрашиваете, что это у него на шее? Это дерматит. Нет, это не микроспория, это не лишай. По крайней мере, ветеринары подтверждают дерматит. Мы сейчас комбинируем, чередуем, точнее, разные режимы питания. Смотрим, как ему будет, как он будет себя чувствовать. Ладно, немного прокатимся по тихим улочкам этой деревни. Смотрите, деревня непростая, тут даже есть что-то, нечто вроде велодорожки, ну или тротуар даже, я не знаю, что это такое у них. Ну вот оно даже таким цивильным заборчиком отделено. Мило, мило. Сейчас заедем в магазин, обязательно еще выйду в эфир с озера. Еще хотелось бы анонсировать в ближайшее время зоозащитный стрим по ключевым вопросам. Тут происходят очень значимые вещи в среде, так скажем, всероссийски известных с отрицательным знаком эксплуататоров животных. И не могу пройти мимо, не могу не высказаться и не осветить. О, еще телочки. Эх. Сейчас и к этим подкатим тоже. Ох, люблю вот эти пейзажи Чебаркульского района. Надо спидометр ставить, а вообще надо на ремонт вставать. Так, это у нас тут бычок. О, это у нас тут бычара. Вон еще один. Ох, красота такая. Леди, можно ли вас погладить, поцеловать вам ручку? По-моему, ваш спутник, я думаю, не будет против. Ой-ой-ой, слушай, не. Тут, по-моему, это у них, они хотят уединиться. Ладно, не будем мешать. Это серьезные дела. Очень серьезные, да. Увел подругу. Местные жители. Здрасте, здрасте. Совсем не суровые уральцы. Ну вот так и анонс сделали. Встретились с телочками. Ай! Что у вас тут так трясет-то, боже ж ты мой. Здесь у нас осуществляется садоводство на приусадебных участках. Все, почти приехали. Крупному магазину, он такой один, как вы понимаете. Что такое деревня Непряхино? В основном сейчас в ней дачники живут, но вот телочки встречаются еще. Местные тоже есть, которые их держат. Вот рядом расположен целый каскад озер, о них позже. Сунукуль малый вы уже видели. Большой, кстати, вы еще не видели. Я вам его покажу. Так что не переключайтесь, будет много интересного. Вот магазин. Ладно, магазин мы внутри снимать не будем, что там такого, ничего особенного. Ладно, до скорых встреч. Спасибо за внимание, пока.